Народ, привет из Далласа. Приехала, не было меня полгода, вернулась. Ну что я вам хочу сказать? Депрессивно. Депрессивно. Приехала в плазу, в которую часто приезжала раньше. Но из всей плазы осталась только вот компания, которая продает принадлежности для бассейнов. Если бы еще она обанкротилась, я бы уже вообще бы была в шоке в полном. Короче, куча магазинов, которые были открыты, кафешки разные. Закрыты. Вот, я видела такие ужасные видео из Калифорнии. Там все посбегали бизнесы. Ну, ребята, это Техас, где вроде как должна экономика должна быть нормальная, но это не так. В общем, огромная куча бизнесов закрыта. То есть вот такие целые плазы, они пустые. Никого там нет. Вот что-то возле какого-то фастфуда, то что-то стоит. Но вообще, как бы, для воскресенья, когда люди ходят по магазинам, это очень пусто. Ребятки, это вот дополнение к тому, что я вам только что показывала, что вообще, как бы, бизнесы выходят из компании, бизнесы выходят из бизнеса, да, то есть компании, которые что-то продавали, уходят из бизнеса. Вот я только показала вам плазы закрытые, да, и еду дальше за продуктами, я думаю, проеду, смотрю вот эти черные, как бы, пакеты, я думаю, ну, это, наверное, не к добру, решила объехать, посмотреть, потому что там я вам показала плазы закрыты, да, ну, глядите, закрыты уже эти знаки, задернуты. То есть тут что-то было, тут какой-то, видимо, был ресторанчик или банк, и даже не знаю, что было, но вот видно, да, что закрыт этот знак. И вот написано, что facility closed. Значит, смотрите, написано, что внимание, facility closed. Тут сидели какие-то странные люди, видимо, увидели, что я их снимаю, что-то испугались, и одна машина уехала. Они, может, тут деньги передают друг другу или какие-то черные дела делают. И второй начал заводиться, ехать, да, то есть увидели, что я снимаю, может, подумали, что я их снимаю. Они мне 300 лет не нужны, но это место закрыто. Смотрите, вот видите, этот черным задернуты знаки, вот. То есть тут что-то, тоже бизнес навернулся, ребятки. Вот. Привет Алексею Брежневу из Канады. Тут между одним и другим. А если проехать, то можно посмотреть что-то, если еще вышло из бизнеса. Вот там что-то закрыто, какие-то окна белым. Тоже подозрительно. Этот не может определиться, куда он едет. Так, вот эта кафешка, не пойму, работает или нет. На вид очень странно. Знаете, после... О, гляньте на эти дороги прекрасные. Прекрасные просто дороги. А после России все вот машины американские кажутся очень, как у нас говорится, plain. Да, не пойму, существует этот бизнес или нет. Пустой совершенно стоит, никого нету. Такие все, знаете, однотипные машины одного цвета. Все серые, какие-то белые, обратите внимание. И этот, в России, когда я была, все время такие красивые эти китайские машины разноцветные. Перламутровые, там, это, цвета морской волны, изумрудные, темно-синие, разного цвета. Тут все какое-то plain, то есть однотипное, да, такое однотипное, одноцветного, одноцветные какие-то машины, такие как бы ни о чем. Вот. Так, сейчас знаете что? Ну, мне лень, честно говоря, бежать всю плазу, не поеду. Ну, как бы вы увидели, да, то есть большие здания стоят пустые, и одно здание вообще полностью пустое, что говорит о том, что какая-то, ребятки, беда с экономикой, иначе они бы не стояли бы пустыми. Так, вот это здание банка. Я видела, что вот блогеры некоторые ходят в этом, в Калифорнии, и показывают в Калифорнии, так там вообще пустые, прямо блоки целые пустых зданий, то есть бизнесы закрыты. Вот. А у нас вот я просто в один магазин поехала, мимо прошла, и уже сколько я вижу пустых зданий. Так, цены на бензинчик смотрим. Ну что, повысились. Я уезжала, самый дорогой был 3,29. Самый дорогой, а теперь премиум 4,19. Вот так вот.
Вот так санкции накладывают на Россию, да? Наложили санкции на Россию, а сами на них наложили. В итоге бензин-то подорожал. То есть я уезжала, был самый дорогой. 3,25, 3,50. Вот такая была цена самого дорогого бензина. Тут что-то все ремонтируют. Дороги как бы не в хорошем состоянии. Тут что-то тоже все какое-то завалено, разбито, перебито. Что-то все как-то... Вот эта стройка, я уезжала, она строилась, она как и продолжается строить. У меня такое впечатление, что они уже ее как бы закрыли, что ли. И не строят больше. Что-то не происходит. Смотрите на дороге. В латках, все в заплатках. Это еще ничего. Я ехала вот по этой центральной улице сюда. Все дороги просто в выбоинах. Таких больших, что можно просто колесом хорошенько навернуться. Это Техас, ребята. Причем это такое, значит, перекресток. Один из самых таких вот, ну, популярных. То есть вот тут магазины известные всем, куда люди по выходным ездят. Вот, какая-то Honda прям прибитая очень так сильно. Где людей нет, видимо, бабла, чтобы ремонтировать свои машины. Старая BMW, я в России таких уже старых мало видела, в основном хорошие. Но обратите внимание, какие они все однотипные. Вот, вот смотрите, дороги, вот проехала, выбоина. Выбоина. Выбоины, выбоины, вы видите? Что это? Так, мне надо в сторону, извините, ребята, я переезжаю. О, блин, подскочил прям под ногу, чуть подсёк меня. Гляньте на дороге, гляньте. Все в заплатках. Все в заплатках. Нам денег не надо на дороге, естественно. Пускай у нас Украина хорошо живет. Гляньте, гляньте, вот. Выбоина, прям выбоина. Так, тут тоже был магазин, который был закрыт. Видимо, открыли один. Вот, да. Вот, вот тут был закрыт, он, по-моему, закрыт. Вот эта вот вывеска здесь была. Тут был Тимобу, нету его. Все, ку-ку. Так, мы едем сейчас в Trader Joe's с вами, ребята. Это магазин, где мы будем сейчас проверять цены. Нам надо узнать, что случилось с ценами за полгода, когда меня не было в Далласе. Потому что, когда я уезжала, я делала видео. Посмотрите обязательно. Линк я оставлю в описании. О, о, пошла, пошла, пошла. Красота неземная. Вот это вот ваша типичная, типичная Америка. Вот мы приехали. Америка. Или эти старые какие-то, такие серые эти машины. Старье такое. Я говорю, где эти китайские красивые машинки, которые просто сияют разными цветами? Нет. Здесь все одинаково, однотонное. Серое такое, серо-белое. Нам надо найти место на парковку, ребята. Гляньте, все, вот серый цвет такой. То есть у нас вот еще одна представительница прекрасного пола. О, прекрасная дорога. Видели? Дыряку. Так, мы вон там сейчас тенечки ставим, чтобы машина не грелась. Я, конечно, не планировала снимать в машине. У меня сейчас сидится батарейка, к тому же. Но хотела показать дороги и увлеклась возмущениями своими. Возмущениями. Так. Паркуемся. Все, ребята, следующий репортаж будет у самого магазина уже. Вот. Показала я вам закрытый бизнес. И вот там, вот тут вот был бизнес, вот тут был T-Mobile. Его сейчас там нету. До встречи.